А для любителей шахмат в Казахстане прошел мастер-класс от трехкратной олимпийской чемпионки Казахстана. Гульмира Даулетова раскрыла секреты своего успеха. Я с детства любила атаковать. Мне нравится этот стиль, агрессивный. Не люблю просто стоять и играть позиционно. То есть благодаря этому стилю я считаю, что я добилась многого, выигрывая многих шахматистов. И на Олимпиаде я, в принципе, играла тоже агрессивно. 8 партий я сыграла, ни одну не проиграла. Выиграла 7 партий и 2 ничьих сделала. Сразиться с титулованной шахматисткой вызвались немногие. Гульмира Даулетова показала, как за пару минут можно поставить мат. Поделилась своей особенной тактикой игры и секретами успеха на международных конкурсах. На Олимпиаде в Норвегии в 2014 году казахстанская шахматистка стала бронзовым призером. Добиться успеха, по мнению чемпионки, ей помогло желание, терпение и пытливый ум. Ведь шахматы – это прекрасный тренажер для мозга.